А вы знаете, чем закончилась вчерашняя уборка? Да тем, что этот долбанный трактор сломался посреди нашей парковки. И все. Вот так вот он греб снег. Теперь он живет тут, я не знаю. Нужен, наверное, еще один трактор. Но это все фигня. На сегодня передали лютое стихийное бедствие. 2 дня 100% снега. И даже позакрывали садики и школы, потому что, походу, будет трэш. Воу, смотрите, прикрутили уже, пацаны. Тут пишут, что трактор сломался, ему нужен свап. У меня есть идея. Что скажете, господа? Корвет ЛТ-5. На трактор поедет? А нам тут пожаловал с моторки еще один GZ. Посмотрите, как он выглядит. Никак. Выглядит никак. Но, чуваки, это 3.4. На всех пирогах, на всех максимально крепких шпильках, болтах. И вообще тут все, что только можно, этот мотор. Ну, как минимум на 1000 лошадиных сил, это вот для этой тачки. Сейчас займемся установкой клапанных крышек, навеской впускного коллектора, выпускного коллектора, турбины, системы гидроусилителя. Пока еще не наш, но поддон будет покупной и немного переделанный для кузова Сильвии. Электропомпа с бутафорным шкивом, который мы используем только для того, чтобы для обвода ремня, чтобы на гидроусилитель. Ну, такой себе пока. Будет выглядеть вот так. Оп. Ну, тут плохо видно, но блин, ну это же порно, черт возьми. Посмотрите, какая красота. Сколько сюда потрачено было сил, вы не представляете. В крышке, в планке, сколько это разрабатывалось все. Зато как это круто выглядит сейчас. Класс. Заехал я, короче, к пацанам на рейс-сервис посмотреть, как моя колбаса выглядит. Пацаны поставили блатные сиденья от Range Rover. Смотрите, подлокотничек, все дела. Все электрорегулировки еще стоит подключить. Пневмо, но она тут была, вывели все дополнительное оборудование на предохранители. Раньше они тупо на аккумуляторе висели. Поставили карту двери с таким подлокотничком. Два вот таких сиденья, максимально круто теперь должно быть. Но остается один очень важный момент. Что с ним делать? Ободрали всю пленку, и он теперь похож хрен знает на что. Кто в Киеве может такую бандуру покрасить? Вообще, конечно, в идеале хотелось бы в какой-то черный цвет. Напишите, кто реально готов это сделать не за 10 тысяч долларов, а по какому-то бюджетному гуманному прайсу. Может быть... Это зубочистка. Это профессиональное оборудование. Для зубов? Конечно, я стоматолог на подставке. А что мы чистим, кариес? Ну да, вот там вот есть пару моментов. Прям вот там. Мелочь, но надо. Меня тут попросили одну деталь на GZ найти. И я себя чувствую разборщиком во Владивостоке. Посмотрите, что происходит. Это все запчасти на GZ. И это еще не все, это только те, которые мы используем, плюс-минус, и часть еще где-то на складе там валяется. Вот такая история. Но, вот тут стоит B58, и вот тут стоит B58, так что скоро все это пойдет на свалку. Максимально. Короче, пацаны, вчера вечером отдали посылочку на Вулкан, попросили побыстрее, потому что тут есть моменты, которые будут сегодня уже установлены на тачку. И пацаны уже сегодня все привезли. Смотрите, их фирменный супермат. Глянец, подрамники, колокола просто отпескоструенные. Полики, кронштейны, коробок двигателей, подрамник под винтерс. Короче, очень красиво, спасибо. А сегодня писали, что там
что там делов-то, типа, в принципе, планку было изготовить, что-то типа чешешь там, чтобы было не так просто. А тут-то фишка в другом. Вот катушка от ГТРа. Жек, а дай стандартную какую-то есть? А нету катушки. А нету катушки. Дай ему стаканчик стандартный. Да не, ну ладно, сейчас мы снимем следующую историю, чтобы вы понимали. А вот и разница. Это стандартная катушка от VR38. Она не уплотняется. Свечной колодец здесь сильно шире, чем вот эта резинка. Плюс у VR другие свечи были. Ее типа воткнуть с разгону можно, и даже работать будет. Мы так ездили раньше. Но теперь... А здесь вот такая катушка получается. Она со стандартным уплотнителем от GZ. Все совпадает по диаметру, все уплотняется. И, естественно, стандартная GZ-овская свеча подходит.